Приветствую всех, кто смотрит. Это Кот, это Рим 2 Total War. У меня продолжение моего прохождения за Ордеев на легендарном уровне сложности. Погнали, битва с флотом Карфагена. Карфаген опять посягает на мои территории, сука, морские. У него очень мощный флот, тут даже внешне видно, что у него корабли довольно мощняцкие. И плюс куча быстрых вот этих говняков. В принципе, флот довольно опасный. Ой, меня постоянно залипает. Довольно опасный в том плане, что быстрые корабли могут сковать мой флот, а тяжелые уже наковырять уже непосредственно мне. Наверное, я на три части разделю его, несмотря на то, что здесь вот аж 5 кораблей будет. Хотя нет, давайте вот так вот сделаем. Вот так вот. То есть одна кучка будет у меня состоять из 3 кораблей, вторая из 4 и третья из 4. Дождь идет или мне кажется? Да, дождь идет, но все равно я клацну на обычный снаряд. И, скорее всего, все равно они сейчас полетят как будто бы огненные. Какой-то такой баг непонятный, блин. Лично мне. Я думаю, сейчас начнется вот это вот все, вот тараны там и так далее. Потому что, ну как еще с флотом драться без тарана, правильно? Он сейчас доплывет однозначно до меня, падла. Ой-ой-ой, ты посмотри. Карфагенская баллиста Анагар. Священный отряд. Да, у них еще, видите, есть... снаряды, блин, чтобы по мне гасить. Давай, убивай, ёлы-палы, ты чё? Вы будете попадать? Они хоть один корабль убьют? Отлично, один убили. А эти никак попасть не могут, дебилы, блин. Ну, что я могу сделать тут? Вот что? Только таран. Понятно. Тут затаранили меня. Эти тогда разворачивайтесь сюда. Да ёперный театр, ты будешь выделяться-то, а? Таран, таран. Есть. Еще разок бы. Эти стоят как-то непонятно вообще, что делают. Я как бы не против, практически. Священный отряд сейчас на таран меня возьмет. А, все, да. Убил. Убивайте его. Ой, а что, я проигрываю, что ли? Да ладно. Походу. Я уже отвык от такого дела. Ну, от проигрышей. Да вы развернетесь? Вроде развернулись. Стреляй. Так, тух. Вот этого давай. И вы помогайте. Подожди, он его на таран взял или что? Или мне кажется? Стреляйте сюда. Давай, давай, мне нужен этот таран, давай. Блять, все, его взяли. И этот потопили. Ой, слушай, я проигрываю очень жестко. Когда такое было, ребята?
Я, по-моему, ни одного морского сражения не проиграл в этой кампании, а тут подишься. Потопили. Потопили. Так, мне надо потопить вот это дерьмо. Идите его, короче, стреляйте и одновременно тараньте, потому что это жесть. Ты иди на таран сюда. Должен его потопить. Сука, сейчас этот быстрый кораблик меня перехватит. Перехватит, да. Все. Это сливчик, ребята, когда такое было. Ну, играю с утра, первую битву, ладно. Не доглядел. Так, и здесь меня потопили уже. Ну, так вот, тут у них куча анагров тоже и баллиста. Три анагра и баллиста, видите? И плюс они очень хорошо меня затаранили. Ну и плюс их тупо больше было. А еще я сонный. Давай, огонь. Все, это слив. Лох. Фу. Кто ж так играет? Так, я всю мелочь убил, убил этого, здесь всех поубивал. Ну, вот как-то так. Это, ну, кораблей поддержки нету никаких абсолютно. Я не смог их задержать, и такая фигня. Потопили меня. Если бы у меня хотя бы парочку кораблей поддержки было, я слишком уверился в своей неуязвимости. Вот так вот. Никогда так не делайте. Сейчас будем заново нанимать, блин, флот. Такие прокачанные были уже баллисточки. Да не сильно они там прокачанные были. Флот-то у меня останется. Я имею в виду традиции. То надо всегда мелкие корабли свои держать, несмотря на то, что они не очень прикольные по поводу, как оно называется, они не очень классные, чтобы захватывать прибрежные города, ну потому что что там эти дрищи сделают, там воины племен, когда там 45 человечков там в кораблике. Дэм, нет, ладно, старость уважает, понимаю. Но для того, чтобы перехватывать вражеские, именно флот, который ко мне плывет, вот эти мелкие кораблики, они идеальны. Все, колбаса кончилась, все разбежались, да? Я понял. Так, Эфес забрали. Слушай, ну все, мне пора идти за Эфесом уже, потому что Пергам что-то охерел. Итак, у меня начинается полноценная война на два фронта. Армии, конечно, у ордеев наземные совсем не сильные, блин. Гоплиты это максимум, что они могут показать. Никакого абсолютно... Лучников нету. Нету мечников совсем никаких. Вообще никаких мечников нету. Конница только так себе конница, мягко говоря. Фракция уничтожена, Персия. Нихера себе, блин, кто их так? Так, ну Парфия что-то вот не спешит, короче. Смотри, Пергам забрал Эфес. Надо мне Эфес забирать, ребят. Как раз я сейчас флот здесь замучу. А, восстановить наследие, естественно, вдоводелы. Естественно. Штурмовая Гексера. Просто потому, что я все равно полководца стараюсь особо не юзать. Охренеть, да, я могу нанимать? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь кораблей заход. Ух, моща. Так, у меня 14 монет. Это о чем говорит? О том, что я что-то разрушил, что ли? Какие-то постройки? Нет, вроде. Так, Массалия.
Подожди. Я в прошлый раз Массалию грабанул, но не захватил. Мне не получилось. Я что-то провтыкал, и очки действия кончились у меня. Поэтому сейчас забираем эту Массалию. Ох, какой резвый у меня начальничек. Есть контакт. Так, то если грабить 5200, слушай. Ну, еще раз, значит, грабли. Я думаю, в этот раз у меня хватит очков действия. Вообще все красное, блядь. Копейщики. Забираем. Все, Массалия моя. Шикарно. И все сношу, наверное. Что делать-то? 1800 можно перестроить, это что? Иллирийские гоплиты, иллирийские моряки. Ну давай. Пускай пригодится, это что? 5 уровня. Эфесский культ. Ух ты. Класс. Подожди, моей партии или их партии? Нет. Знаете, эллинизм я все равно не хочу. Распространять тут. Храм Посейдона у них тут, оперный театр. Вот эту штуку поставлю. Порядок плюс 8, а это плюс 6. Да, вот. Плюс 8, вот так вот. И этих... Так вот. Get the sticks up. Как-то так. Массалия. А гельветы это мои союзники. Ретийцы, не знаю. По-моему, они союзники вот этих. Норики их освобождали. Я не освобождал ретийцев. Ко мне пройти можно вот здесь. Ну, я Массалию играл недавно, поэтому я очень хорошо эту карту знаю. Сейчас я за Свевов играю еще примерно в этих краях. Вот в этих, правда, с другой стороны. То они, конечно, могут здесь пройти. Вот Талоса, тем более Арвернская. Да? Отсюда довольно далеко идти. Два хода из Таракона. Это кто? Вражеский флот. Так, кстати, у меня флот тут мой плыл где-то. А, так где-то у меня тут флот плыл, ребят. Никто не видел? Что за фигня? Баги какие-то? Так, давай вернемся. И как раз по этому поводу... Могу я что-то нанять или... О, могу, да. Могу, только не это. Сколько у меня здесь? 13... А, нет, стоп, не 13. 12 у меня... Баллист? 12 баллист нормально. Давай тогда штурмовые диеры, мои любимые, самые дешевые, да, по 216 монеток. Пускай флот будет флотом уже. И нефиг выпендриваться, блин. А то решил тут, блин, захватывать с моря. Первый флот. Так, в доводелы. Доводелы. А где второй флот? Наверху, что ли, вот этот? Нет, гнев Бинда. А где второй флот? Тот, который называется второй флот. Вот он. А, он грабит. Грабит, я понял. Все правильно, да. Кстати, тоже такое опасно, блин, стоит. Так, ты Champion of the Gods. Давай-ка силу. Это какой-то переманенный агент, да, мой? И попробуй переманить этого дебила. Есть. Вот так вот. Старперчик Дамас. Димас, короче, наш. Ну, культуру умеет и вообще. Слушай, хорошо. Я сейчас обоих их поставлю здесь в Паттайе. Здесь можно даже... Как вот сделать? Сколько? 3800? Ладно. Дорого, конечно. И Эфес надо брать. Эфес надо брать. Брать. Его перный кивастос. У меня что тут? Армии вообще нету, что ли? Только вот эти вот бомжи? А, вот, фую. Ярость Медавра, вот она. Давай. Рулим вот сюда быстрым валюром. Как раз флот сделается, пока я добегу. Блин, они с Песенунта сейчас возьмут Эфес, наверное, а? Твари. Ну вот стопудово. То есть я не успею просто захватить Эфес. Как же так? Так, клинки. Армия. 600 монет осталось.
Кого-то я еще не наградил, по-моему. Так-так-так-так-так-так. Да, слава Видоса, я забыл про полководца здесь. Совсем. Ужас ему. И мне не нравится то, что здесь очень плохо с армией. Просто капец какой-то. Хотя, у меня здесь армия нормальная. Никто не добежит за один ход. Здесь два хода идти, если, конечно, он здесь не стоит. Дай-ка я на всякий случай. Мне вот этот агент все равно в этой армии не нужен. Не видно нихера, ладно. А этот далеко может дойти? О, этот может далеко дойти, давай. Просто на всякий случай, вдруг кто-нибудь тут. Никого. Хорошо, значит, я на этот ход обезопасен, никто у меня массилию не заберет, скорее всего. Если на быстром марше, конечно, не прибежит, и флотом вот этим не атакуют. Но я сомневаюсь, что там две армии на быстром марше у меня прям прибегут. И я еще тут такую провернул канитель, я заставил Рим напасть на Карфаген. И Кассентия, смотрите, уже римская, отлично, просто отлично. Так, это кто? Вражеские грузовые суда, угу. И здесь у них вражеская армия. То есть, не хухры-мухры, я понял. Армия у меня максимум, флотов у меня максимум. Правда, они все нифига не наняты, ни флоты, ни армии. Но здесь я нанимаю. Нанимаю в четырех местах. В принципе, все, 600 монет можно сохранить. Конец хода. Я очень хочу забрать Эфес себе, потому что македонцы задрали. Они его недостойны. А там есть очень хорошее чудо света, которое мне пригодится. Вообще, это прибрежное поселение, а македонцы мне не союзники. Ну, в прямом смысле слова. Они мне не военные союзники, насколько я помню. Или военные. Слушай, я вот что-то забыл. Надо сейчас проверить еще раз. Так, на мой флот не напал. А, вот и арверны, пожалуйста. А, нет, они мимо пробегают по своим делам каким-то арвернским. Окей. Так, Ольвию забрали, я опять гравлю царских скифов, да? Может быть, геты мои друганы нападут на них? Было бы неплохо. Массилия решила не связываться со мной и столицу свою не отбивать. Так, ты смотри, они вообще жгут. Пергам себе забрал Пергам. Ну как так-то? И Сиде тоже. Все, надо вмешиваться, потому что это жопа. Македонцев сейчас нагнут, а мне это нафиг не надо. Я освободить их даже не смогу, потому что Македония, она моя. Противник ранен, неофит. Это имя такое, что ли? Ведется исследование защитного поселения. Прекрасно. Восстание рабов в Италии неминуемо. Чего? Серьезно? Плохо. Ну, давай как-то так. Вот сразу плюс 3. Видишь? Вы говорите, неминуемо. Все минуемо. Минуемо. Моя самая первая провинция, самая дорогая, да? Увеличим немножко благосостояние провинции. Видишь, помойки увеличатся, блин, тоже. Должен сказать. Я могу еще храм-то улучшить как-то? Да, могу, но мне нужно и дерево, и иллирийский дух какой-то. Ёпта, что за дух-то? А здесь что? Прислуга для избранных. Блин, тоже долго. А, ну как так-то? Подожди. 4 минус 4. Ну, ладно, это сделаем, а это 0 минус 3. То есть минус 7 всего, а у меня плюс 9. У меня плюс 9, тут никакой армии нету, да, нормально, да можно. И плюс здесь еще порядок немножко увеличится, все хорошо будет, все будет хорошо. Пищу, конечно, они будут импортировать, но что делать. Так. Так. Что тут опять началось, вот это вот все. Бастарные мятежники, конфедерация кельтов тут гасится. Трибалы. Геты, короче, всасывают опять. Ребята, блин, вы не умеете, короче, за гетов играть, я понял. Кто управляет? Какая сволочь. Так, не комедия. Давай, на быстром марше, я думаю, что достаточно безопасно под защитой города здесь стоять.
Могу я вот сюда вот даже вот прийти? Нет, не могу, блин. Ладно, вот сюда. Вот сюда тогда. У меня здесь есть уже какой-никакой флот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Вот так. Итак, вот два отделы. Хорошо. Продолжаем набор гоплитов. У меня просто нету пока других юнитов. Должны потом в будущем появиться знатные лирийские гоплиты, но, блин, они не намного лучше. Вестники смерти, вестники смерти. У них даже флот уже есть, вообще хамели, уже флот ставят. В моем море, это что вообще, куда это годится? Блин, что в моем море плавал какой-то говнофлот. А здесь я еще наем вел. Восстанавливается пока мой кораблик. Сколько? 9 ходов, вы что, ошалели что ли? Ну-ка нахер такое счастье. Один ход. Один ход и первый флот в полном составе. Деньги есть. Все нормально, деньги есть. Терепить. Так, и пенис, мой дорогой. Давай пойдем пакостить, наверное. Потихоньку. Ага, денег нет. Все понятно. Тогда контрразведка. Защищать будем поселения свои. Ага, я еще вот здесь вот могу немножко улучшить ситуацию. Вот таким вот макаром. Я что-то сносил, по-моему, да? Да, блин, я сносил. И придется мне сейчас отменять вот этого. Наверное, вот так вот 2000 мне нужно, чтобы здесь застроиться. Так, что это будет? Окей, давай, смотрим. Так, пища есть. Но это будут, конечно же, постройки вот эти вот. Такие. Тут куда-то армия пошла, по-моему. Вот сюда. Арвернская. Вот она. Не знаю, что ты задумал, но не делай этого. Стой. Не двигайся, блядь. Таракон он меня защищает, а? Да что ты будешь делать? Как же мне это раздражает. Так, крит, надо же, прикольно. Прикольно, крит. Так, это Массалия, это Массилия, это Карфаген. Тоже Карфаген, тут везде Ливия. Карфаген. Вот это все Массилия, что ли? Нет, Арверный. Массилия, Массилия. Да, почти все Массилия. А, Арверный. Короче, серединка наполовинку, Арверный с Массилией. Но я, в принципе, со всеми воюю. Вот эта вот вся канитель, она вся против меня воюет. Это Арвернско-Массилийская вот эта вот какая-то братья. Это братья. Так. Немножко мне надо восстановиться, самую малость. Где-то здесь был карфагенский вражеский флот. Мне здесь без флота, вот мне надо сюда вот флот вывести, вот сюда, ну не вот сюда, вот сюда вот флот вывести. И тогда я смогу вот эти две армии, и все, им кирдык. То есть на следующий ход, когда это наймется, дело, я тогда двину свои армии из Италии. К тому же у меня здесь очень хреновый порядок. Вот надо все перестраивать на самом деле. Да, надо перестраивать, потому что плохо. Ну, хотя здесь уже что-то перестраивается. А это что? Общественный порядок. Или риски. Ну, это тоже надо все перестраивать, ребят. О, я это могу прямо вот так вот перестроить, да? И это тоже. И это тоже. Отлично. Отлично. Тефта что делает? Просто пакостит врагу. Угу. Все, конец хода. Давай. Расплавались тут, понимаешь.
Да, против Карфагена надо полным флотом воевать, полным стеком. Все, уже хватит геройствовать. О, блин, я думал, они нападать будут. А то вот такие вот сливы, они что-то мне вообще не радуют. Бестолковые. Взял, потерял весь флот. Ну куда это годится? Как Кримос какой-то прямо, а? Так, в Талосе появилась армия, я понял. Ну ничего страшного, я в принципе тоже восстанавливаюсь потихоньку. И сверху тоже армия идет, да, если мне не изменяет зрение. Нет. Что за бред? Блин. Так, не комедия, а Анкира пока что есть у македонцев. К. Понятненько. Так, ну Азию я возьму себе, а дальше, надеюсь, македонцы разберутся, блин. Ну это, ну вообще, ну что за фигня? Норики могут мне помочь. Норики могут мне помочь. Пока что у них есть шанс. Блин, у них жрачки нету, бараны, блин, тупорылые. Блин. Захватывайте себе какую-нибудь, я не знаю, еду. Пожрать мне. Ванфеи, трущобы, это где вообще? А почему? Я что-то сносил, я уже забыл. Да, не дело. Так, тайный агент раскрыт. Попытка диверсии, кораблестроение. О, да. О, я понанимал. Скорость исследований вместо шанса ранить вражеских агентов. Да, заменяй. Скорость исследований всегда за. И мне Италию надо как-то перестраивать. Это что-то совсем тут худо. Вот это надо снести. Это что у нас? Это у нас Неаполис. Лирийскую конницу дает, да? Да. А, гарнизон нормальный. Ну, пока оставлю. О, я могу это перестроить. Надо, наверное. Это кто, Вольтера? Это с другой стороны, да? Нет, это вообще на земле. 2500, да. Давай, перестроим. Ну, потихонечку надо, что делать-то. Окей. Здесь у меня флот готов. Ну, практически готов. Давай, двигать его. По пути наймемся. Своих дешевых корабликов. У меня полный стек. Ништяк. Теперь вот эта армия у меня практически готова. Давай выходить на дорогу. От Никомедии отходить не буду, я ее защитю заодно. Вот. А потом на следующий ход уже начну разнос вот этого всего. Так, у меня здесь еще, конечно, армия готовится, но она так себе армия, блин. Надо бы вот этих тогда подвести сюда временно, да? И не собрать одну армию большую. Все, да? Да. Вот так. Пока что ухожу обратно в Афины, потому что здесь лучше наем ведется. Я вообще хотел все в Афинах нанимать, но времени нет. И ты тоже туда топай. Ну а что делать? Война на два фронта, она такая. Так, и здесь я должен был начинать движение к Карфагену опять. Где там? Где мои обидчики? Где? Не вижу. Покажитесь. Что у вас здесь опять за, блин, Октоберфест? Что такое? Что случилось? Развешали флагов, поразвесили, короче, и норм вообще. What would you have of me? Здесь постой. Тик. Давай посмотрим, чего у нас арверны затеяли. Куда арверны могут дойти? Ну, я как и говорил, они за один ход не дойдут. Сюда. Этот стоит. Ага, траванули меня, что ли? Да, траванули, да. Ничего удивительного на самом деле. Так, ты докуда дойдешь? Ну, может дойти.
Может дойти, может и проатаковать. Так-то. По-хорошему. Этот никуда не дойдет. Давай. Возвращайся, Knife in the Dark. Мне кажется, он не дойдет. Ну не должен он дойти. Нет, не должен он за один ход дойти и проатаковать меня. Так. Ну, если все будет хорошо, то все будет хорошо. Если все будет плохо, то мне жопа. Вот такая мудрость от кота. Конец хода. Что тут происходит? Опять? Они там агентами друг друга мучают. Увидел флот такой. Македония еще живая, это хорошо. Так, селевкиды живые, Парфия. Ну, Парфия куда денется, блин. Парфию лопатой не убьешь, блин. Сколько она мне крови попила во всех моих прохождениях. Арверный. Ну да, вот, да, как я и говорил. Он по чуть-чуть продвигается себе такой. Сармизигитуза гетская, прекрасно. Прекрасно, геты, вы молодцы. А геты меня чисто... Они занимают моих вот этих потенциальных врагов с севера. Которые пока что на меня не нападают, потому что они с гетами до сих пор не могут разобраться. Так, Писинунт не стали пергамцы брать. Увел он армию свою после того, как развил македонцев. Шарит, иначе бы я ему наковырял. Козявок. Так... Ты кто такие? Пошел нахрен. Говно. Будет мне рассказывать, как он мне войну объявил. Вообще неинтересно. Медосагир, отравление пищи. А, ну вот, он хотел травануть меня, но... Но хер там был. Объявлена война Рим-Массилия. Хорошо. Так, куча построек построилась. Заключен союз Парфия Селевкида. Ну, это приятно. Отчеты кораблестроений. Так, может быть, я с Парфией смогу заключить союз? Понятно. Да, Македония — это мои союзники. Ёперный кибастос. О чем я говорю вообще? Блин, я забыл, что это не мои союзники. Я думал... А, так... Что, будем их выманивать тогда потихоньку, вот так. А чё не могу встать? Алло, чё за фигня? Ну, сука, блин, ну серьезно, ну. Ладно. Почему-то не могу дотянуться ни до кого. Ух ты, это как это, подожди. Я могу взять... Ладно. Никого я освобождать не буду, блин, что я больной что ли? Сейчас буду себе брать Эфес. Ибо нефиг. Мне надо армию подвести, я не буду сейчас захватывать, потому что если я сейчас захвачу прямо сейчас, то мне могут мой флот весь потопить опять. Я же не ебанько какой-нибудь. Боевой дух повысь. Грабеж не могу включить, к сожалению. Сюда встану. На следующий ход можно пограбить. Так, армии мои идут. Если бы Пергам был мой, то я бы уже, наверное, взял бы... И Эфес тоже, но, видимо, не вариант. Вот эта армия запросто может обратно Эфес забрать и разрушить мой флот. Оно мне надо? Нет. Не надо. Поэтому нафиг такое счастье. Ой, не то нажал. Обратно, пожалуйста, в Афины. И мне надо, чтобы ты нанимался дальше. Берем рабов копьеметателей и лирийских гоплитов нанимаем на остаток. Есть, да? Флот у меня там готов. Тут
уже более-менее. Ах, давай. Мне нужно, как я уже и говорил, вот сюда флот поставить. Все. Флот на месте. Пошли. Теперь идем. О, а ярость у меня какая-то недонанятая. Что-то. А что я могу тут нанять? Да я все тут могу нанять. Так, давай, выдвигаюсь вот сюда. У меня конница есть, какие-то бомжи есть. Мне, короче, только гоплиты нужны. И вот тут с порядком, как всегда, траблы, блин. Еще один давай нанимай. 2600 надо. Чтобы вариминами перестроить. Мне нужно порядок. Порядок. Доход от всех источников. Доход от земледелия. Как-то так. Пока что. Это что делает пищу, да, отнимает? Это тоже пищу. Вот это порядок отнимает, блин, неплохо так. Можно снести, мне, наверное, столько не надо. Давай. Одно снесу, порядок улучшу немножко за счет сноса вот этого порядка убивающего. Постройки порядка убивающий. Так, и какие еще наши дела? Пенис. Тиран-наемник, заказное убийство, не. Так денег нет, ёперный кибастос. Чё я тут, блин? Чё я тут примеряю, боты? Денег нет. Ага. И остался вот этот только момент. Блин. Блин. Придется все-таки еще отменить один наем, потому что нужны деньги. Диверсия. Отравление. Падла. Падла, падла, подловили. Еще разок. Подрывная деятельность. Нападение на патруль. Есть контакт. Тихо-тихо. Шахнул по нему не очень хорошо, но терпимо. Нападать буду вот этой вот армией. Есть контакт. Есть. А вы думали, бля? Кому сейчас легко? И ухожу обратно на быстром марш. А этого даже не на быстром марш. А просто отхожу. Копейщики, тинь-тинь-тинь-тинь. Солдат. И здесь больше ничего, к сожалению, кроме какого-то там перца не нанять. Здесь все? Да, здесь все. Ну что, конец хода. Конец хода, говорю, ёперный кибастос. Рим, Карфаген. Ну что, Карфаген, долго будешь ходить? Они забрали Сиракузы, Рим забрал Сиракузы у Карфагена, и Карфаген забрал это дело обратно. А этот меня задержать хочет, падла. И он так и задержал меня. Еще что ли? Ну, ага, на этого ничего не получилось. До свидос. Блин, Карфаген тащит, конечно. Ничего не скажешь. Очень мощная держава. С флотом особенно, блин, меня напрягает. Ебипет мимо пробегал. Больше никто не лезет на меня, да? Массилия еще живая, бегает тут своими агентами вонючими. Что ты пришел, лысый хер?
ручками своими там рукоблудит. Пергам на Сиде напал и отхватил, и иконий забрал, да? А, нет, сначала это... О, приветики! Видали? Киренайка приплыла... Откуда они приплыли, блин? К моему острову. И Трапезун даже есть. Трапезун, кстати, со мной воюет вроде, нет? Нападение на патруль. Ну, это я понял, да. Да, он меня уполовинил, так сказать. Уполовинил мне. Немножко поперестраивали. Тут плюс идет единичка всего. Еще один храм поставлю. Три храма на Италию, это нормально. Зонтик, что-то там. Так, что у нас тут происходит вообще? Какая-то движуха такая нехилая пошла. Смотрите, Трапезунд, армия. А, то есть получается, что мне вот этих вот надо выводить вниз. Туда. Ему на перехват. А, это полководец, это армия, да, это именно армия. Потом, вот здесь вот у меня Киренайка, полководец. То есть получается мне и эту армию, флот точнее, надо выводить обратно. Он успеет? Ну-ка, давай посмотрим. Да, я в Иеропик вообще спокойно успеваю. Без проблем. А этот, как далеко может уплыть, мне интересно. Ой, так. Ну, не очень близко, блин, на самом деле. Но это тоже не доплывет до Анфеи. Это тоже за этот ход до Анфеи не доплывет. Он даже на быстром марше только сюда успевает. Поэтому тоже более-менее я спокоен на этот счет. Я успеваю продвинуться. Здесь мне угроз нету никаких. Ну, вот такой вот расклад. Спасибо всем, кто смотрел. Это был Кот. Это мое прохождение за RDA-ев, пиратиков на легендарном уровне сложности. Не забывайте про лайки, комментарии, зайдите в группу ВКонтакте, ссылка в описании. Всем пока!